Всем привет! Мы сегодня приехали в заповедник, который называется Нахаль-Тнинним. Нахаль — это на иврите река. Сейчас посмотрим, что здесь. Ах, крыльев огромный. Журавль. Вы видите, здесь ровная, хорошая дорожка, можно гулять с коляской, но с коляской нельзя пройти весь маршрут, к сожалению. Но хоть сколько-то, половину маршрута мы пройдем, здесь погуляем. Как классно летом, здесь можно пройтись, прогуляться по этой речке. Так классно. Слушай, я бы тоже туда спустилась, но просто сейчас холодно, я если что в сапогах. Вот смотрите, написано максимальная глубина 40 сантиметров и маршрут 260 метров. Нет, это очень мало и это очень здорово. Летом сюда приедем. Смотрите, как классно, можно сесть, любоваться на реку. Очень здорово. Смотрите, вот она, эта пешеходная речка под мостом. И здесь продолжение. А там какие-то раскопки, мои любимые. Какой-то древний город. Мы находимся недалеко от Кейсарии, и по карте я посмотрела, что здесь по пляжу можно дойти пешком до Кейсарии, до заповедника. Вот там раскопки. Классный маршрут, если без коляски, то здесь очень красиво, можно пойти дальше и выйти прямо к морю. Мама, если хочешь туда пойти, тогда хочу по той дороге. Да, пойдем, возвращаемся. Мы оставили нашего папу с Натиком и пошли путешествовать. Здесь очень классно. Вау, это настоящие пеликаны! Обалдеть, как с картинки! Так, а здесь что, живут крокодилы? То, что мы знали. Да. Ничего себе речка.
смотрите, какая красивая пальма. Я такая хожу, река, развалины, пеликаны, пальма. Но здесь на самом деле очень красиво. В общем, как выяснилось, это все-таки река крокодилов. Раньше здесь когда-то жили крокодилы. Смотрите, какая огромная цапля. Она прям мне кажется, выше, чем по пояс. Прям здоровая. Они, наверное, увидели, что мы сюда пришли. Ничего себе, гиганты! Очень приятный, милый маршрут, природа, пеликаны, журавли. Очень интересно, и если не совсем маленькие детки, вот видите, мы Натика высадили из коляски, и он, в принципе, с нами ходит нормально. Мы, правда, с Юрой меняемся, потому что он то едет на ручках, то висит на руке, но, тем не менее, вполне возможно, вот с полуторагодовалым ребенком можно сюда спокойно приезжать. Братья сели отдохнуть. Смотрите, даже купаются. Нормально. А вот это вот мельница. Раньше это была настоящая мельница. Помните? Это не мельница. Еще какая мельница? Так что вот те жернова, помните, которые я вам показывала? Они отсюда. Страшные. Просто какие-то как пираньи. Здесь очень много израильтян и очень много детей с семьями. Израильтяне вообще очень любят такой вот отдых на природе. И это не совсем туристическое место. Тут нет каких-то прям развалин, раскопок или чего-то прям вау интересного. Но именно природа... База птиц. Израильтяне любят такие места. На выходе здесь какой-то лабиринт мы нашли. Пойдемте. Это лабиринт с препятствиями. Как всегда, есть столики для пикника, как и в любом заповеднике. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было сегодня с нами интересно. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока!